северной столице в акватории Невы у Петропавловской крепости стартовала первая детская часть традиционной регаты «Паруса белых ночей» Кубок Дворца Конгрессов. Детская программа развернута как на суше, так и на воде и проходит в течение двух дней 30 и 31 мая. Сегодня мы рады сообщить о том, что 10-я юбилейная регата «Паруса белых ночей» Кубок Дворца Конгрессов у нас стартовала. По традиции мы начинаем ее всегда днями, которые посвящаем детям. Два дня у нас будут посвящены нашим детям, нашим горожанам, нашим гостям города. Мы работаем сегодня на пляже Петропавловской крепости. Это для нас немножко новое, но мы считаем, что это лучше, потому что там территория и побольше, и мы можем больше праздник сделать, его сделать более насыщенным и с точки зрения картинки, которая там очень красивая, вода блестит, солнце светит, все очень здорово, и с точки зрения мастер-классов, которые там могут шире расположиться. Детишкам удобно с ними работать, удобно подходить, удобно играть. Там стоят батуты, они могут прыгать, они могут в зорбах кататься, они могут лепить, они могут вышивать, рисовать, все что угодно. То есть любое поле для творчества. Тем детишкам, которые лучше всех это умеют делать, мы предоставляем бесплатную возможность покататься на настоящих больших яхтах. А еще в этот день у нас проходит традиционное, уже ставшее нашим партнерством, есть в городе такой проект «Тенисты северной столицы» Кубок «Газпрома». Это регата, посвященная детям, маленьким детям, которые ходят, осваивают класс «Оптимист». И сегодня у нас второй этап этой регаты проходит тоже здесь. Основная взрослая часть регаты «Паруса белых ночей» стартует здесь же, в акватории Невы, у Петропавловской крепости 4 июня и будет проходить до вечера 7-го. Матчевые гонки пройдут в статусе чемпионата Европы и соберут лучшие экипажи из Польши, Франции, Германии, Финляндии, Италии, Швеции и России. Сегодня ровно в 12 поднялся флаг второго этапа соревнований «Оптимисты северной столицы». Это мероприятие, которое проходит на Петропавловке, на течении. Поэтому к этому этапу допускаются самые серьезные оптимистчики. Их здесь не 100, а всего 39. Это очень мало для оптимистов, для гонок настоящих. Вот. Очень плотные старты. Течением выносят на фальстарты. Стартуют постоянно под черный флаг. Это наши парусные премудрости. Очень интересно, очень насыщенно. Для того, чтобы пройти дистанцию, гонщикам приходится идти вдоль полоски пляжа. Буквально там в 20 сантиметрах от кромки воды. В результате все зрители и все болельщики, все родители бегут по пляжу рядом с детьми, советуют им. Можно даже потрогать ребенка рукой, как он в гонке себя чувствует. Очень интересно.